что, пробежимся? Тряска сильнее в организме. Вот и хорошо, пробежались. Пульс 123. Вот это да. Клещуков не боитесь? Да боимся. А вы-то вообще? Ну, она на голом теле. На голом теле раз увидел. А на собачке что она что дальше залезет. Пульс 101. Дыхалка более-менее справляется. Еще буду готовиться. Все лето ходьба, укрепляться. И, возможно, начну делать более-менее такие пробежечки с ноября. С конца октября, ноябрь, декабрь. Так вот. Попробуем так. Укрепим не спеша организм. Сердце. Дело непростое это. А потом начнем и пробежечки делать. Не будем. Слушай, ну хорошо, так получается у вас. Ну, все равно хорошо. Лучше как-то. Ладно. Все, добро здоровится. Сравнил свое пузо. Что хочу сказать? Что вот возраст. С возрастом у нас уменьшается обмен веществ. Хотя размеры желудка и желание поесть остаются по-прежнему такие же, как и в молодости. В итоге передняя стенка у нас дряблеет. С возрастом это естественный процесс.
даже если ее и тренировать, просто она будет не так быстро дреблеть. Вот, если не уменьшить количество потребляемой еды, то вот так вот живот будет вываливаться. Естественно, я вот заметил, пищеварение стало подлиннее. То есть раньше 20 лет поел, встал из-за стола и опять хочется уже есть. А сейчас, можно так сказать, едим по привычке. Утром, да надо так, в обед, ну и вечером от безделья покушаем. В результате вот такие вот становимся шарообразными. Это надо все осознать и потом, конечно, поработать над своими собственными привычками. Дисциплинен. Без этого никуда. То есть в любом случае должна быть в первую очередь работа над собой, над сознанием. Сознание. А уже за сознанием последует и тело. Поэтому вот я хожу регулярно, стабильно. Это хорошо. Но вот оказывается, что это уже мало. Бег. А ты что, уже не бегаешь? Забыл, как бегать? Да, вот вспомнил. Можно и бегать. Но к этому опять-таки надо подойти. Не так-то просто. И самое важное, это то, что вот эти вот, чтобы занятия как-то вам не стали докучать, не стали чем-то обременительным. Ага, допустим, вот почему я хожу. Хожу и в удовольствие. Если я сейчас неподготовленный начну бегать, ага, я уже там где-то там задыхаюсь, где-то мне тяжело. То есть я чувствую некое обременение физической нагрузки. Да, я понимаю, что так должно быть, пока ты втянешься и так далее. Но как это у нас случается? Пока ты втянешься, ты умудряешься это давным-давно забросить. Поэтому здесь вот искусство действует так, чтобы тебе было комфортно и радостно от того, что ты делаешь. Вот этого я добиваюсь. И плюс, естественно, работа над тем, чтобы уменьшить количество употребляемой пищи. С возрастом, увы, столько ее не надо. Все мы это понимаем, но ограничить себя очень трудно. Пытаемся, но, как правило, проигрываем эту борьбу со своими собственными, в первую очередь, привычками, от которых уже меняется и наше телосложение. Ну вот что я хотел так сказать сегодня, 8 мая. Ну и поздравить вас с наступающим праздником Победы. И в первую очередь, чтобы победа это была над своими духовными изъянами, привычками и потребностями. Как говорится, гири готовы, атлет готовится. Пообещал таки
что будет не 16, не 24, а 32. Самому интересно, времени прошло много, как не потянет это дело. Нажимаю значку 16 килограммчиков. Левой. Плечико побаливает. Левой. И локоточек. Ну что, 16 одолели. Помните, как я говорил, это еще не 32, но уже не 16, это 24 килограмма. Ну и посмотрим, что можно с ней сделать. Попробуем левой выжать. Будет болеть, нет? О! Лучше не будем пробовать. Пошло. На папа я ее уже жал. Ну, посмотрим. Есть на папа. Ah.
и обратно жонглировали. Освоили. Остается 32. Это уже не 16, не 24. Это уже 32. Ну, посмотрим, хвостунишка. Что ты за все лето достиг? Пожали пятачок. Ну и жонглирование. Жонглирование есть. Удалось достичь. Это не 16, это не 24, это 32 килограмма. Есть. Пожонглируем. Малёха. Жонглирование продолжим дальше. Четыре. Пять. Начну с правой руки. Thank you.
Хорошо. Хорошо. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!